That time was army also. Army, they making that problem. Army. Kargil war. Yes. In airplanes was also, there was also some guns. In airplane air. Come that hour. Yeah, yes, come that hour. Yeah. From the dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. Была история в 2019 году. Мы искали улицу Льва Толстого. Это одна из центральных улиц города Дели. Мы искали, думали, где он, где? Наверное, стоит памятник. Вот виднеется шевелюра Толстого. Это Лев Николаевич Толстой. Друг Махатмы Ганди и вдохновитель его на все великие подвиги. Это одна из центральных улиц города Нью-Дели. Крутяк. My fingers ran with blood. Так, как все это называется? Джон Спарро. Вам спросить, кто? Where is your photo? We are at the same. Yeah? Yeah, yeah. Now we're going to the photo or not? Actually, yeah. You can follow us. We just want to go and buy some mango. Then, yeah. Right now? Yeah, right yeah. now, okay. A lot of tourists here. Yeah. Yeah, yeah, it's full season time. Where have you been before? To Delhi? Or? To Delhi, yeah, yeah. Yesterday we was in Delhi. Первый день в Лехе. Потихонечку проходим акклиматизацию. Знакомимся с городом, местными жителями и местными, и тем, кто приехал. I have no money now. How do you work in your life? How it was? I have no now. Right now. I was that time very baby. Boy, small. I don't know. But your parents? But yes, they know also. They know. And what they say about it? But that time was army also. Army, they making that problem. Army. Kargil war. Это какая-то одна, видимо, из центральных улиц. Какие прикольные. О, шикарно. Вот мы сейчас вам покажем рынок. Свежие овощи, продукты. Это женщина. What is it? Milk, milk. Milk? How much? 50 rupees. Okay. I would like to buy, I would like to interest you. Okay. Мы находимся в Лех Плейс, это дворец Леха. Он был построен в начале 17 века, когда династия Намгьялов решила Ладакh сделать независимым. До этого это была часть Тибетской империи, западная часть. И в 17 веке здесь построен был вот этот дворец. Вот. Но он просуществовал недолго, в 1685 году, то есть в конце 17 века,
Лех уже был подвержен нападению монголов, вот, поэтому сейчас он в не очень хорошем состоянии. Я сейчас разговаривал с какой-то женщиной иностранкой. Она подтвердила, что мы едем в Пхьян, то есть мы сейчас не куда-то, мы реально едем в монастырь Пхьян. Вот. Я спросил, сколько стоит, она сказала, я не знаю, сюрприз. Еще не успел начаться, а уже такая красота.